Михаила Бендешина. Каждый из вас, уважаемый страханец, может уйти домой с подарком. Нужно просто сделать селфи на фотозоне генерального партнера канала компании «Ростелеком», выложить с хэштегом «Ростелеком канале 2018» в Инстаграм и получить магнит на память. Не забудьте, что профиль должен быть открыт. Итак, уважаемые рефери, мы ждем вашего сигнала о готовности дать старт нашему конкурсу на скорость. Даже не минуты, наверное, секунды остаются до старта, главного старта на скорость. Я напоминаю, что вы должны финишировать в районе оранжевого буйка. Итак, ну а мы просим нашу лодку не мешать нашим нетрадиционным, точнее, молодым средствам и на время отплыть, чтобы ничего им не помешало, никакие преграды. Итак. Маленький болит за трактор, да? Трактор. Наши рефери сейчас готовятся и дадут нам сигнал о старте. Надеюсь, что все участники подготовились, проверили свое плавательное средство и испытали его в полной мере. Потому что сейчас ждет действительно жаркая битва. Потому что очень много участников именно в нетрадиционных плавательных средствах у нас представлены. Надеюсь, что столкновений сегодня не будет. Будет попутный ветер. Ну и, конечно же, болельщики будут вас поддерживать. Приготовились. Надеюсь, рыбы у нас сзади.
заняли свои места, и мы можем начинать. Еще, сейчас бывает еще. Сейчас будет жарко, не дай бог, зацепит танк вас, несет мигом. Итак, 3, 2, 1, старт! Уважаемые участники, плывем, двигаемся. Я напоминаю,
напоминаю, что буквально считанные минуты остаются еще до одного сюрприза фестиваля Каналия 2018, где вам уже понадобится не плавательное средство, а немножко другая способность.